Давай залазь, мы опаздываем. Вот, сейчас поворот будет. Скоро. Вот после вот этого здания. Ага. Где-нибудь здесь машину ставим, чтобы штраф просто не пришел. А, вот тут вот сюда, перед спортейджем стал бы. Нам нужно, короче, все равно за мост идти. Да, ой, я мы приехали на супер место. Супер место — это Южный мост. Угу. Сейчас будем, походу, чехуй таскать по недавним событиям. Или хуй ловить. Или ничего не ловить, да. Короче, посмотрим, что получится. Все, пошли. Ага. Ага, хуй, мы тут пройдем, пошли дальше. Будем пробовать. Ух, твою мать. Я фидер не кидал тысячи лет. Ладно, смотри, куда кинул. Походу, блядь, густерки с палец. Обгладываю червя. Ну, классик. Первый улов. Вот, я думаю, тебе стоит сфоткаться. Да густерка, господи, почему не такая пучеглазая, да? Так. Садок достаем. Первый внятный улов. Я уже сдохла. Вариант прям. Блять, ого. Это снесло, что ли? Ну, нет. А, это бревно. Палка. Ну, вон, у тебя палка. Спасибо. Ты лучше бы сейчас свою держал. Может, это тебя клевало, кстати. Ты в курсе? Сейчас я говорю, может, это тебя бахнул. Окунь, что ли? Твою мать, это окунь. Первый хищник в этом году. Что-то есть, Влад. До этого, говорю, я не пил. Я не знаю, года три, наверное. Ну да, как раз в деревне. Что-то есть? Ну, да, что-то такое, знаешь? Очень настораживает, когда ты говоришь, бля. Вроде что-то есть. Что-то есть, Влад. Да так, не, вижу, невнятно. Такая, а платва, кстати. Не, гусерка. Блядь, ну... Вторая такая же прям. Купе. Ваш колокольчик я брошу рядом? Да, бросай. Вау! Это же рыба. А почему? Плакать надо, блядь, не смеяться. Я тебя даже не вымыл ничего. Вымыл ты что? Я набиваю прям это. Прям битком. Ой, жопа. А тебе не снятся кошмары по ночам? Кто тебя на Белозерках съедает комары? Ты ни разу там не был? Когда комары были. Там, когда был вообще жопа. Чего бы ночью? Да не, по все. Да я бы не дал. Ну так в России. Березы. Дай пакет, пожалуйста. Да ну да. А ты с тобой ничего не взял? Все, домой поехали. Ничего не взял?
Нет. Я тоже. Отчего белоствольные? Все. Понимаю. Сейчас пинется, знаешь, согреешь сразу. Да я не то, что холодно. Влад. Я про то, что. Ну, сейчас я проверю, там. Как, блядь, тут спин кидает? Блядь, что там собака? За тобой просто туча комаров летит. А там собака. Кавказская овчанка, вообще куда? Не расстраивай меня. Вот я как бы собрался, и как бы... Чё, я тебя не слышу? Значит, сбоку. Просто километр лески в воздух. Кайф. Влад, есть. Первый шнурочек. Нихрена себе лба. Охренеть. Чуть не обосрался. Да, первый. Прикольно. Ой, бахнул, как взрослый, ёй. Фух, блин, прикольно. Попробуйте ошку маленькую. Не знаю, что при таком ветре вообще ловить. Снимать, точнее. Есть. Слышишь, что? Бахнул. Окушок. А? А, второй заброс. Ну это маленький окунь прям. О, первый. Красавчик. Как я доволен. Жди, брат, тебе надо сфоткать. Ой, какая прелесть. Давай, плыви, родной. О, хорошо. Как и всегда, сработало, знаешь что? Вот такая тёшка. Сколько у тебя дюймов, чтобы он заглотил, блин? Какой-то монстрический слишком с виду. Чё, поймал? Под берегом, что ли? Да ладно. Это на чё? Ща, погоди, я приду. Берш. Это бершик. Ты мой хороший. Это бершище. Стой. Да покажи ты, господи. Покажи эту чудо-рыбу, блин, самый крупный за этот сезон. Блять, схватился за него прям. Хороший бершик. Ба, гигант у себя. Красава. Стой, тебе надо фоточку сделать. Сделал в чат. Да, я соскучился. Покажи свою красоту. Красавчик. Красота. Ну, нормально. Нормально. Среднестатистический. Короче, все мы доиграли. Я не знаю, слышно сейчас, не слышно, но сами видите, погода вообще жесть полная. Считаю, рыбалка успешная. Что-то поймали, что-то покажу. Вот. И Влад что-то поймал. Маши ручкой на прощание.